Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина Лента. Получилось у меня где-то на 9 с хвостиком. В общем, все по делу, опять повелась на кое-какие акции. Опять девочки купила рыбу. Это уже какой-то кошмар. Вот, но рыба пригодится, я ее замораживаю, так что будет отлично. Сейчас я вам покажу, но она немножко уже другая, не такая, как в прошлый раз большую я тогда брала. Тогда брала рыбу вообще, просто была потрясающая. Даже пожалела, что всего две взяла. Надо было больше в прошлый раз брать. Но ничего, купила в этот раз. Ну, давайте покажу, что же купила. Итак, вот такая закупка у меня получилась. Давайте сразу я начну как раз-таки с рыбы. В прошлый раз я брала форель. Значит, она была потрошенная с головой карельская. В этот раз... Она тоже по 328 рублей. Тут написано 500 рублей. Нет, она по 328 рублей по карте скидка, да, получается. Я взяла 3 штучки, но видите, она уже вот такая маленькая. То есть обычно, когда я вот такую маленькую покупаю, я ее запекаю в духовке уже целую, а не режу на стейки, не засаливаю. Прошлую форель мы засолили с мужем и чуть-чуть немножко на стейки порезали. В основном засолили, скоро же Новый год, и как раз солененькая рыбка. Отлично, соленую рыбу я храню в морозилке. То есть пластами целую, вот засоленную, в пакетик и в морозилку. Потом достаете, размораживаете, кушаете, получается супер. Это в тех случаях я делаю, когда вот много покупаю рыбы. В этот раз я ее сейчас просто головы отрежу и одну сразу, наверное, запеку нам с мужем на ужин поесть. А две я просто уберу в холодильник, в морозилку, да, заморожу. И, соответственно, голова, хвост пойдет у меня на суп. Также была акция на мясо. Шейка 268 рублей за килограмм. Я взяла сразу много. Я, когда вижу акцию на мясо, я, мне кажется, все время много беру. Значит, тем более обещают повышение цен. Цены уже немножко повышаются. Поэтому, да, вот у меня на 1300 получилось. У меня есть мясорубка, точнее насадка, да, на мясорубку, на комбайн, да, с мясорубкой. Я поэтому сделаю и фарш, и так потушу, и на шашлык шейка пойдет. В общем, будет вообще супер. Дальше. Была акция на курицу, тушку по 89 рублей. Она небольшая. Я взяла сразу 3 штучки. Я ее просто разберу. Ножки отдельно, крылышки отдельно, грудку отдельно. Косточки у меня пойдут на бульон, на суп. Так что будет вообще отлично. Вон моя подруга пришла. Подруга пришла все проверить. Тоже что-нибудь достанется. Да, я сейчас буду разбирать тут мясо. Поэтому тоже взяла 3 штуки. Тоже хватит. Снова взяла, кстати, вот эти наггетсы вязанка. Очень, кстати, они вкусные. И вот взяла с индейкой. С индейкой была одна единственная только упаковка. И вот такая из... Просто, да, из курицы получается. Вот. Так что очень понравились. И очень нравятся вот эти хинкали 4 сыра. Они вообще такие вкусные. Вот я, кстати, не любитель ни пельменей, ничего такого. Но вот эти 4 сыра, это просто обалденно вкусно. Их даже... Ну, без соусов, без всего, или со сметаной, вообще они супер вкусные. Вот взяла одну упаковочку. Дальше здесь у меня, давайте сразу сыры. Вот такой гауда взяла по 489 рублей за килограмм. И вот такой просто голландский. Я беру вот этот недорогой сыр на всякие запеканочки, рулетики и так далее. Отлично. И я еще взяла здесь вот колбаску, вот эту пепперони. Хочу сделать пиццу. Вот. Так что с пепперони, с колбаской и вот этот сыр у меня как раз уйдет на пиццу. Также снова я взяла вот эти паштеты, которые мне, кстати, тоже многие написали, что действительно они очень вкусные. У меня, я не люблю паштет, ну, я его не понимаю просто, ну, как бы паштет и паштет. Вот, мужу моему вообще очень понравились. Вот я ему взяла с красным перцем, это с болгарским перчиком, там просто вкрапления идут. Еще с мясом кролика и с гусиной печенью. Ему, он вообще у меня фанатеет вот от этой, он говорит, вообще очень вкусный паштет, прямо вообще на ура у него уходит. Так что такое взяла. Взяла масло сливочное, вот такое. Первый раз, кстати, вижу такое в Ленте, и оно оказалось со скидкой. Это я посмотрела, в общем, Аргентина. Вот такое масло. Не знаю, попробую. Нормально, пойдет. Если что, на выпечку какое-нибудь, если невкусное масло. Так, здесь у меня чуть-чуть совсем молочки, что-то уже не хочется. Наелись, что называется. Молоко вот такое взяла, отборное.
Ну, его в кофе и на блинчики, я уже говорила много раз. Активию я вот такую в прошлый раз тоже брала, что-то так хорошо у меня пошло. Больше никто не пил, одна я выпила, кстати, вот эту целую бутылку. И масло вот такое увидела впервые, 109 рублей, вот даже запомнила, стоит литр. Такое первый раз тоже увидела. Это по скидке оно было, поэтому я его взяла. Также давайте здесь сразу у меня соки, вот яблочный и яблоко-вишня. И еще вот такую вот штучку взяла детям вот на завтрак. И чипсы, у меня еще вторая осталась, в машине, в общем, валяется, сейчас схожу за ней. Но не суть, их две было. Вот, взяла, значит, хлеб у меня еще вот не показала, вот такой зерновой, вот этот вот очень вкусный, вот этот Оладушкин, есть точно такой же Фазер, только Фазер подороже, а Оладушкин, вот у него практически по вкусу один в один, но немножко подешевле, вот этот вот, очень люблю вот этот хлеб, вот с такими семечками внутри, обалденный. Также взяла вот такой батон, я же мясо много взяла, поэтому я этот батон взяла, я его подсушиваю, на котлетки у меня уходит. Подсушила вообще отлично. И взяла вот этот кукурузный хлеб. Девочки, спасибо, что вы мне подсказали. Действительно очень вкусный, мега вкусный хлеб. Он и долго сохраняется. Вот стоит 54. На него, по-моему, скидка была. Вроде бы поменьше он стоил. Но, в общем, неважно. Он долго сохраняет свежесть. То есть лежит несколько дней. Даже можно убрать в холодильник. Он все равно будет свежий, мягкий внутри. Обалденный, ароматный. Очень вкусный. Вот взяла две штучки. Ну, а это на котлетке, как я уже сказала. Так, также взяла здесь вот такие хлебные палочки, томаты, садовые травы, моим мужчинам перекусить. И вот такие еще взяла хлебцы. Мы, кстати, любим, я люблю погрызть томатом безликом, мультизлаковые. И здесь у меня еще соус. Взяла вот такой майонез с чесноком, должно быть вкусно. Вот этот горчичный соус, который нравится моим мужчинам. Он действительно очень вкусный, такой... Ну, как горчица, разбавленная немножко майонезиком. Но очень вкусный соус. И вот такой вот сырный. Вот этот сырный Махеев, это как в Макдональдсе. Вот прям один в один макдональдский вот этот вот соус. Очень вкусный. Также взяла вот такой соус. Мне кажется, моему мужу понравится. Он у меня любит подобные вещи. Азиатский черный перец. Здесь, в общем, где-то я читала состав. Вот, черный перец, пряный душистый соус из Восточной Азии. Вот. Вот такой. Ну, не знаю, попробуем. Кальвия тоже там был на акции. Так, это моя собака сейчас воду пьет. Она все время, я как снимаю, она воду пьет. Так, здесь у меня дальше орешки. Наконец-таки я увидела пекан. Слушайте, его реально не было, потому что там, где он стоял, вот, не знаю, он обычно стоит вместе с грецкими орехами. Не было его, все. Вот, наконец-таки, взяла себе. Очень люблю орех пекан. И грецкие орехи тоже очень люблю. Также я обожаю финики. Я всегда покупаю вот эти. Вот меня спрашивали, вот называется компания Аппетит. Вот так вот. У них еще изюм вот в таких же зелененьких продаются. Ну, в общем, много тоже у них сухофруктов всяких. Это единственные финики, которые идут без добавок. Вот видите, просто финики, сушеные с косточкой. Да, они такие, кожица у них такая достаточно жесткая, но они без добавок. Мне это очень нравится. И, кстати, вкусные, очень сладкие. И также инжир вот такой вот сушеный. Тоже он идет просто без добавок, без ешки. Поэтому я беру, он, конечно, не такой красивый, как с ешками, но все-таки... Очень понравился в прошлый раз моему мужчину вот такой ореховый микс. Он оказался острый, девочки, он действительно острый, но моим очень понравилось. Поэтому вы попросили меня снова. И здесь у меня вот эти вот, немножко взяла вот этих батончиков. И еще я взяла здесь ванилин. У меня закончился для выпечки. Вот такой беру, неплохой ванилин. Придает аромат практически всей выпечки. Так, дальше взяла сахар. Говорят же, что подорожал сахар по 40 с чем-то, по-моему, рублей. Но я взяла 3 штучки, думаю, наверное, еще подорожают, поэтому я, думаю, в запас возьму. Также мука. Первый раз увидела вот такую муку, рязаночка. Плюс она еще была по акции крестьянская. Ну, попробуем, я думаю, что будет хорошая мука.
Вот такая. Также взяла, девочки, ой, так захотелось, я обожаю вот эти консервированные персики, и груши еще люблю, но вот взяла себе только персики, много, потому что не стоит. Ну, блин, это вообще, это вкусный-вкусный прям десерт для меня. Вот, также взяла еще кукурузу, она была по акции, не съедим так сейчас, так на Новый год не стол у меня останется. И рис, вот такой взяла, золотистый, националь марки, тоже был по акции. Поэтому взяла. Дальше у меня здесь фрукты. Ананас. Такой достаточно большой. На, по 89 рублей. Аж на 246 рублей. Ну, прям что-то у нас в этом году ананасы прям хорошо уходят. Вся семья у меня их ест. В прошлом году как-то не ели. И взяла еще вот такой виноград. Кишмиш розовый. Но он прям такой миленький. Ну, розовый. Что-то так аппетитно там. Знаете, вот этот продавец выкладывал. И что-то так прям вообще захотелось. Соблазнил. Вот. Хурму взяла инжирную по 149 рублей, но инжирная очень вкусная. Мне кажется, наверное, самая вкусная хурма. Я еще свечку очень люблю, но свечка часто попадается, которая вяжет. А вот инжирная еще ни разу мне не попалась, чтобы она, ну, чтобы такая плохая была. Также были по акции мандарины. Я, соответственно, взяла тут полтора, почти чуть больше килограмм по 79 рублей. И яблоки вот такие флорина. 99 рублей, что-то тоже показались вкусными. И у меня сын попросил попробовать кумкват. Вот я ему нашла. Вот, он у меня все, мама, что такое кумкват? Где-то он увидел. Типа говорят, что очень вкусно. Но мне он не нравится. Поэтому я взяла тут совсем-совсем чуть-чуть. Сказала, что если понравится, это старший сынок мой, если понравится, я тебе потом еще куплю. Вот он по 349 рублей. Вот. Дальше здесь помидоры, они были по 99 рублей, я взяла сразу много, но тоже в овощи какие-нибудь тушеные добавлю, ну, неплохие такие помидорчики. Да и так у меня бывает, дети просто могут помидорку достать и съесть. В принципе, как и огурцы. Огурцы на развес очень плохие, все мороженые, поэтому я в последнее время все время беру упаковку, взяла два огурчика, чтобы не испортились, потом если что, заскочу куда-нибудь, докуплю. У меня тоже вот помидоры, огурцы, дети очень любят просто так даже есть. Также взяла себе. У меня мужчина, я вот как-то покупала батат по 199 рублей, он сейчас стоит. Мужчинам моим не нравится батат, точнее они его едят, но не особо, поэтому я себе с какими-нибудь овощишками запеку. Я его просто запекаю в духовку, в духовке со специями какими-нибудь, могу морковочку еще туда покрошить. И у меня получается такой даже на обед бывает, ем такие вкусные овощи. И редька вот эта маргеланская, обожаю ее, девочки, просто ее натираю на терке, добавляю масло, соль и ем просто так, что называется, очень вкусно. И здесь у меня немножко бытовой химии. Я в прошлый раз брала вот эти лентовские средства. Они мне понравились. Вот этот понравился тоже. Выстирывается, придает мягкость. Не знаю, отличные бюджетные средства. Единственное, что вот это вот написано для черных тканей, но он внутри прозрачный гель, и он не окрашивает черные ткани. То есть он просто... Ну, все темные ткани я стираю. То есть, неважно, джинсы стираю, вот этим средством какие-то темно-серые вещи. Очень хорошо удерживает цвет, то есть защищает от выцветания, а не... Знаете, бывает, иногда открываете вот это вот, и там прямо такой темный, почти черная жидкость. Нет, здесь она обычная, прозрачная. И понравился вот этот кондиционер мне. Только в прошлый раз я брала розовый, в этот раз взяла вот такой. Очень даже неплохой кондиционер. Приятно пахнет, ненавязчиво, вещи мягкие. Единственное, что он такой жиденький, расход, конечно, у него большой. Ну, я взяла так... Вот эти средства, они не отстирают какие-то застарелые пятна, вообще, в принципе, пятна. Это на такую ежедневную стирку, когда нужно просто освежить и убрать какие-то запахи. Вот эти средства отлично работают, я их могу вам посоветовать. Я вот и раньше, просто я сейчас подсела на Faberlic, а так я и раньше покупала вот эти средства от Ленты, мне очень нравились. И таблетки от посудомойки постоянно покупаю. Классные, я считаю, бюджетные, и при этом очень хорошо работают. Вот этот вот ничем не хуже Ленора и Вернеля. Вот вообще ничем не хуже, поэтому советую. Ну и здесь у меня еще туалетная бумага была, Зева по акции, так что вот такое взяла. Вот. Вот такая вот у меня получилась закупка. Ты все проверила? Все проверила, моя молодчинка моя. Вот. Сейчас буду разбирать мясо. Ну, а вам сейчас покажу чек.